الرأس. قال المروزي: سمعت إسحاق بن راهوي رحمه الله يقول. إمام المروزي رحمه الله говорит, что я слышал, как Исхак ибн Рахвай говорил: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر. Достоверно прошу от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что оставивший молитву является кафиром. وكذلك كان رأي أهل العلم, и такое же мнение было у ученых, من لدن النبي صلى الله عليه وسلم, со времен посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, إلى يومنا هذا, до наших сегодняшних дней, то есть до когда жил Исхак ибн Рахвай. То есть какое мнение? Анна тарика салати амдан мин гайри узрин, что оставивший молитву намеренно, без причин, хатта ядхаба вактуха, пока не прошло время этой молитвы, кафирун, что этот человек кафир. Какой может быть аль-узр? Если узр может быть, или если человек проспал, или если человек забыл, или если человек был не в своем уме, или был, то есть упал в обморок, потерял сознание и так далее. Только в этих случаях является узром. А если человек всего этого нету, и ему лень совершит, он видит, что есть время, то есть время проходит и так далее, то это считается как намеренно. Сам же имам Аль-Маррузи, рахимахуллах, говорит, приводя многочисленные хадисы от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, также от сахабов, он говорит: ثم ذكرنا الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في إكفار تاركها وإخراجه إياه من الملة. Потом мы привели хадисы, которые переданы от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в котором есть такфир тому, кто оставит эту молитву, и то, что это выводит человека из милля, то есть это из религии, также разрешенность сражаться с теми, кто отказывается совершать эту молитву. А потом до нас пришло от сахабу то же самое. وَلَمْ يَجِئْنَا أَنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ خِلَافَ ذَلِكَ, и к нам, или до нас, не дошло ни от одного сподвижника то, что противоречит этому. Дальше имам Аль-Маррузи, рахимахуллах, говорит: ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ بَعْدَ ذَلِكَ فِي تَأْوِيلِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. А после этого ученые начали разногласить относительно понимания того, что передано от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, также от сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть является ли это большим куфром или малым куфром, это, то есть разногласие, и как передает имам Аль-Маррузи, рахимахуллах, после сахабу посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Кала ибн Аль-Кайим, рахимахуллах, говорит: «Ва амма иджма'у ас-сахаба», а что касается иджма' сахабу относительно куфра, оставившего молитву, на это довод привел историю Умара, радиаллаху анху, когда он лежал больной при смерти. Что он сказал? То есть, когда его разбудили на молитву. «Наам, ла хазза фил ислами лиман ла салата ла». То есть, нет доли в исламе тому, кто не совершает молитву. فَقَالَ هَذَا بِمَحْضَرٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ. Ибн Аль-Кайим, рахимахуллах, говорит, что он сказал это в присутствии сахабов. وَلَمْ يُنْكِرُوهُ عَلَيْهِ, и никто не порицал его слова. وَقَدْ تَقَدَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ. То же самое мы упомянули, как говорит Ибн Аль-Кайим, рахимахуллах, от Муаза ибн Джабала, ва Абдур-Рахман ибн Ауф, ва Аби Хурайра, ва ла юълам ан сахабийин хилафухум, и ни от одного сахабия, то есть подвижника, мы не знаем противоречия этим сахабам. Никто не говорил, что это не является куфром
или это является малым куфром и так далее. وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله говорит: وكثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة. И многие из ученых أهل الحديث, то есть أهل السنة, يرى تكفير تارك الصلاة, считает оставившую молитву кафиром. وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعا منهم. А Исхак ибн Рахуайх передал это как иджма от них.